минувший четверг депутаты парламента в очередной, последний раз отказались рассматривать законопроект об изменении названия государственного языка в Конституции Республики Молдова с молдавского на румынский. Таким образом, срок рассмотрения законопроекта в парламенте этого созыва истек. Вопрос, который все годы существования независимой Молдовы является предметом острых разногласий и служит своеобразным водоразделом в молдавском обществе, сегодня обсуждается в нашей программе. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. Меня зовут Илья Киселев. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до «Полюса». Валерий Демидецкий, журналист, представитель ИТАРТАС в Молдове. Добрый вечер. Анатол Цирану, политолог. Добрый вечер. Итак, в чем же причина того, что вопрос названия государственного языка является таким острым и таким принципиальным в нашем обществе? Господин Цирану, я прошу вас начать наше обсуждение. Наверное, потому что название языка и вообще, так сказать, язык является одним из маркеров, одним из показателей или отличительной особенностью, которая характеризует этнокультурную идентичность народа. Название языка имеет важное значение в этом смысле и, несомненно, хотя не определяющее, есть много народов, которые говорят на определенном языке, но название этого народа не соответствует этому языку. И в этом смысле в Республике Молдова отношение к названию языка очень щепетильное. И в первую очередь в наиболее продвинутых частях молдавского этноса, потому что это связано с национальной эмансипацией нации, народа. И отсюда проистекают и все те проблемы, с которыми сегодня сталкивается молдавское общество, в том числе и благодаря тому, или связано это с тем, что национальная идентичность мажоритарного этноса Республики Молдова по-прежнему остается размытой. От этого большие проблемы, с которыми сталкивается молдавское общество в силу своей раздробленности и отсутствия того стержневого элемента, который, вокруг которого объединяются все другие этнические сообщества. В Республике Молдова, к сожалению, существует вот эта идентичная размытость, которая не позволяет обществу выступать в краеугольных моментах своего развития с единых позиций. Валерий, а вот чем же, в принципе, является, на ваш взгляд, этот вопрос названия языка? Это вопрос лингвистики, вопрос этнографии, или, может быть, это вопрос политики национального самосознания? Какой характер носит этот вопрос в нашей республике? Знаете, Илья, для меня это, прежде всего, деликатный вопрос. Деликатный почему? Потому что я говорю и думаю на русском языке, да, так получилось, хотя моя мать украинка, отец молдаванин, но я вырос в городке небольшом на севере Молдовы, где говорили в основном на таком русско-украинско-молдавском суржике, да, но в семье говорили на русском, да, как мать была филологом, да, и учился, работал и так далее, мы выросли во времена Советского Союза, поэтому я как бы считаю, что, в принципе, я не должен вмешиваться в этот спор, да, это все-таки больше всего проблема тех, кто говорит на этом языке. Я приму любое их решение, я очень хотел бы, чтобы они договорились, нашли какую-то формулировку, да, и пришли и сказали мне, это будет так, а поэтому до этого, конечно, и для тех, кто не говорит на молдавском или румынском языке, это тоже большая проблема, потому что ты сталкиваешься с человеком и не знаешь, как с ним разговаривать, да, он говорит, это румынский, это молдавский, я никогда не забуду, когда мы работали в информационном агентстве республиканском, оно называлось АТЭМ, и потом прошли два человека, которые объявили нам о том, что агентство как бы закрывается, оно теперь будет писать уже на государственном языке, произошли перемены к власти, пришел Народный фронт, и вот эти два человека, которые мне об этом объявили, тут же начали спорить, на каком языке, на молдавском или на румынском, понимаете? И я, конечно, мне хотелось сказать, что давайте вы там проложите спор, а я уже пойду поищу себе какую-то работу, да? Вот, ну, как бы, ну, спор, видите, до сих пор затянулся и не вышел.
Я бы хотел, чтобы это была проблема не политизирована, но она всегда будет политизирована, потому что политики делают ставку на этот спор, да, и перед каждыми выборами каждая партия подсчитывает. Я думаю, вот то, что произошло в парламенте, очень завязано на социологические опросы. Они делают как бы свою раскладку перед выборами и смотрят, как к этому относят население. Да? Я думаю, что если это дело не прошло в парламенте, да, и не очень педалировали, если хотели бы, оно прошло бы, то тогда, значит, согласно каким-то социологическим опросам, какая-то большая часть, да, какая-то партия боится потерять свой электорат, не хочет осложнять ситуацию перед выборами, так же, как и с проблемой евроинтеграции. То есть это не совсем так популярно в народе на сегодня, да, перед выборами, чтобы на этом заострять внимание. В мире есть, это, для меня это вопрос, к сожалению, у нас политический, для меня это вопрос лингвистики, да, вот как бы ученые должны собраться, решить. В мире есть масса как бы способов, как эту проблему решать. Мы знаем об австрийском, немецком, да, когда вот немцы говорят, мы говорим на немецком с австрийским, мы знаем о том, о американском, английском, мы знаем о канадском, французском и масса-масса. А уже если зайти в бывшую Югославию, да, где вот сербско, споры между сербско-хорватскими, тоже один и тот же язык, где на кириллице, на латинице и так далее. Люди как-то по-разному в разных странах выходят с этой ситуации. Понимаете, одни цивилизованно, другие не цивилизованно. Я помню, наверное, господин Царану помнит эту пору, да, вы, наверное, были, да, в парламенте, когда предлагали сделать в Конституции, да, румынский, молдавский, да, вот как бы, ну, если какая-то часть населения считает его молдавским, пусть будет скобка румынский с молдавским диалектом. Никто бы, конечно, от этого не умер, я думаю, это бы каким-то образом. Мне бы хотелось, чтобы население примирилось. И не рубила, так сказать, шашкой в этой проблеме, как вот вокруг того, нужно нам государство независимое, или его нужно ликвидировать и так далее. Вот эти споры, они съедают, на мой взгляд, другое. То, что надо делать с государством, то есть его надо строить, укреплять, заниматься экономикой. Но всякий раз перед выборами эти проблемы засовываются, так сказать, под сукно, и вылетает новая проблема. Кто мы, румыны или молдаване, будем мы строить свое государство или не будем, будем мы объединяться с Приднестровьем, не будем. И все эти вот вопросы, которые уже 30 лет нас мучают, да, и как бы мы никак, как каким-то образом ходим по кругу. Это жаль. А вы, господин Цирану, к какой категории отнесете этот вопрос? Ну, это, несомненно, вопрос политический, потому что, хотя он имеет очень серьезное культурологическое основание, но решать этот вопрос не лингвисты и не ученые. Да. Этот вопрос отдан на откуп политикам. Собственно говоря, даже не отдан, они его сами себе забрали. И используют. Да, и его эксплуатируют каждый со своей точки зрения, с точки зрения своего политического интереса. Но, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что я сказал раньше. Речь идет вообще об национальной идентичности. Нельзя построить общество без того, чтобы это общество имело четкую идентичность. Идентичность — это то, что объединяет людей воедино, и то, что делает сообщество людей нации. Тогда, когда отсутствует эта идентичность или она ложная, тогда нельзя построить нацию. А это значит, что люди будут блуждать в потемках, они никогда не найдут, у них никогда не будет общих интересов. Потому что люди, у которых нет идентичности, у этих людей нет понимания общности интересов. Это общеизвестная истина. И в этом смысле Республика Молдова находится именно в этом положении. К сожалению, мы унаследовали эту проблему с тех времен, когда Молдова, ну, скажем так, имела колониальный статус в рамках империи. И, так сказать, совсем не случайно, что в советскую эпоху центральные власти насаждали здесь именно вот это вот понимание того, что здесь есть молдавский язык, который отличен от румынского языка. Само по себе два названия языка не кроют в себе еще проблему. Язык можно было бы назвать молдавским, если бы существовало четкое понимание, и не было бы прошлого, которое нас тянет в то, что есть два разных языка. Да, они очень похожи, да, они, так сказать, родственные языки, но это два разных языка. Но это ложь. Это, так сказать, совершенно ложная посылка, и она связана с тем, что в свое время имперские власти пытались таким образом объяснить, почему Бессарабия входит в состав Российской империи. Нужно было создать вот эту вот ложную идентичность для того, чтобы объяснить имперский захват. К сожалению,
вот эта точка зрения, она по-прежнему еще преобладает в большей части русскоязычного населения в Республике Молдова. К сожалению, таких, как Валерий Деменецкий, не очень много. Его подход с точки зрения, скажем так, русскоязычного, наиболее конструктивен. Это ваша проблема, уважаемые молдаване, вы ее должны решить. Вы являетесь носителем этого языка. А мы, скажем так, русскоязычные, хотя живем в Молдове, и в смысле гражданской нации мы готовы признать себя молдаванами, но мы примем ваше решение. Но, к сожалению, не все русскоязычные в Молдове, далеко не все, разделяют эту точку зрения. Отсюда и политизированность этого вопроса, отсюда вот это эгоистичное отношение политиков к этому вопросу, который, в общем-то, раскалывает общество. А как быть, вот вы сказали про формирование национальной идентичности, как быть вот с этим вопросом в нашей стране, которая многонациональная, в которой населяет большое количество национальностей? А вы можете назвать мне хоть одну страну, где не существует множество этнических сообществ? Очень есть, мало таких стран. Есть, достаточно. Япония, Польша — это более-менее мононациональные страны. Вы назовете еще Венгрию, и вы практически исчерпаете весь лимит. Большинство государств многонациональны, многоэтичны. Но в этих государствах, в том числе в тех государствах, где развилось то, что называется гражданской нацией, существует основная нация, основной этнос, который дал, собственно говоря, основу и дал возможность на этой общей базе развиваться гражданской нации. Французы — это французы. Я часто своим студентам привожу один пример. Во Франции Жак Ширак — чистейшей воды француз. Шарль Азнавур, как вы знаете, армянин. Да. Зидан — алжирец, араб. Нет, он кабил. Ну, неважно, араб. Да. Но все они французы. Знаете почему? Потому что они приняли французский язык и французскую культуру как свою. Это то, что определяет гражданскую нацию. Есть базовая культура. Но это совсем не мешает им оставаться и признавать свою этническую принадлежность к определенной этнической группе. Шарль Азнавур всегда гордился тем, что он армянин. Но нет большего масштаба шансонье во Франции, который бы так точно и так глубоко передал бы основу и смысл французского шансона. Вот это и называется по-настоящему гражданской нацией, когда ты принял основополагающую культуру, которая дала этой нации идентичность. К сожалению, в Молдове этого не существует. Я готов согласиться с вашими примерами, которые вы привели. Ну, просто вот читая сейчас новости, можно сказать, что в Европе появляется население, которое не принимает вот эти... Ну да, многокультурность в Европе сейчас переживает очень серьезный кризис. И отсюда проистекают и тот скепсис, который зародился в отношении такого понятия, как гражданская нация. Выяснилось, что гражданская нация, которая должна была прийти на смену этнической нации, она, по большому счету, не сумела создать стопроцентного заменителя. Этническая нация продолжает существовать. И это еще раз подтверждает правомочность моих суждений. Без того, чтобы здесь, в Республике Молдова, существовала основополагающая культура, основополагающий язык, без этого нельзя создать нацию. Можно гражданскую нацию в Молдове создать, например, на основе русского языка. Но это уже будет не молдавская нация. Ну, это уже, на мой взгляд, немножко тема для другого разговора. Это мы немножко отошли в сторону. Я хочу вернуться к нашей теме, теме нашей передачи. Валерий, как вы считаете, почему вот этот вопрос о внесении изменений в Конституцию, о переименовании государственного языка был выдвинут сейчас, когда... Вот этому парламенту осталось совсем немного. Я думаю, что сейчас перед выборами многие партии хотят использовать парламент, парламентскую трибуну для подготовки к выборам. И поэтому там прогоняются вот эти острые вопросы для того, чтобы как-то население видело, кто есть кто, да, перед выборами. А парламентская трибуна для этого великолепная вещь. Да, люди смотрят, о чем говорят депутаты.
какие вопросы обсуждаются. Это все становится в первые стопы новостей. Да? Вот сегодня вечером мы говорим об этом будут говорить в новостях и так далее. Вот, понимаете, но очень не хотел бы влазить в этот спор опять, не мой спор, да, но он всегда мне напоминал несколько, вот спор молдавский или румынский, всегда напоминал мне несколько, что было раньше, яйцо или курица, да, вот помните, философский такой спор, да, без ответа, потому что я, сталкиваясь с разными группами людей, которые мне пытались объяснить, да, вот можно сюда в студию позвать людей, представителей молдавской интеллигенции, или, которые будут утверждать и найдут десятки доводов, что это молдавский язык, что он был еще во времена молдавского княжества, и приведут и летописи, и надписи на мече Штефана Великого, и так далее, далее. И будет тоже, и у них, у обоих этих групп будет масса доводов, да, вот, за и против этого решения. Вы знаете, хотелось бы, чтобы наши лингвисты и наши политики проявили больше мудрости и нашли те моменты, которые объединяют людей. Понимаете, но если мы будем говорить о том, что во всем виноваты или русскоязычные, или наследие советского прошлого, да, которое, на мой взгляд, не так уж, знаешь, как бы не оттуда тянутся корни вот эти вот, да, молдавские или румынские, немножко да, раньше это было, вот, и исторические корни, поэтому вот, вы знаете, когда мне говорят о, даже о тех же репрессиях, да, говорят, вот были репрессии, вот нас везли в Сибирь и привозили туда, где жили русские. Их они там их встречали, да, и те же русские больше пострадали от тех же репрессий, от сталинских перегибов, да, и вы знаете великолепно, что репрессии у нас проводили три чудных человека, да, генерал Гоглидзе под командованием господина товарища Берии, ими руководил Джугашвили, да, не будем же мы сегодня выставлять счет Грузии за то, что происходило в советское время. Счет надо выходить, и, между прочим, также и русские могут обидеться, да, скажут, ну вот ваш Котовский, ваш Лазо, ваш Фрунзе мечом, так сказать, и кровью устанавливал нам советскую власть, от которой мы там в 90-м году отказались, да, коммунистическую партию и так далее. То, самое страшное, что символично, что и в свою подпись под ликвидационной комиссией тоже поставил молдаванин Петр Лучинский, да. Вот так судьба распорядилась, да. Вот. Поэтому я говорю, что вот я никогда, когда вот эти вот моменты наступают, да, что вот, дескать, во всем виноват Советский Союз, наше советское прошлое, многие политики не учитывают одной простой вещи. То, что сотворили за годы независимости нашей политики, да, привело к тому, что Молдавия стала первой единственной страной в СНГ, где к власти вернулись коммунисты, и их не хотели три срока подряд отпускать от власти, понимаете? И сейчас эта проблема стоит, да, вот как бы, вот. Поэтому, конечно, политики должны искать не то, что было в начале 90-х годов, оно уже устарело, да, несколько другие вещи нужно искать для того, чтобы сплотить людей. Господин Царан, а вообще, вот на ваш взгляд, возможен какой-то компромисс по вот этому языковому вопросу? И если да, как его достичь? Ну, в свое время пытались найти этот компромисс, когда в Конституции было предложение записать название языка молдавский, а в скобках написать румынский, или наоборот, румынский и молдавский. Да. Собственно говоря, тогда, когда в 89-м году принимали закон о языках, тогда признали вообще-то идентичность молдавского и румынского языков. Правда, потом сюда там добавили, не в самом законе, а в комментариях, что ну якобы там все-таки есть какие-то, так сказать, различия. Не, ну там какие-то есть, в силу, чтобы Бессарабия была в составе Российской империи, немножко в молдавском языке какие-то элементы, конечно, появились. Это не молдавский язык. Не молдавский язык, а в языке, на котором говорит население по эту сторону прута. Его можно называть и молдавским языком, если только признать, что этот язык является румынским. В смысле, румынский и молдавский язык — это идентичные языки. Они идентичны. Они совершенно идентичны. Литературная основа этих двух названий одно и то же. А что существует диалектные особенности. Особенность, безусловно. Так поедете в Россию, его увидите от Архангельска. Да, в Сибири говорят на таком русском, ентот и так далее. Но это русский язык. Это отнюдь не означает, что русский язык, например, можно там назвать сибирским или архангельским. А в Молдове это есть. В Молдове это есть. Почему это произошло? Повторяю еще раз. Потому что политические власти в свое время
в названии языка, прекрасно понимая, что язык является элементом идентичности, и они пытались оторвать эту часть молдавского этноса от ее другой части, которая живет за прутом, а по большому счету вырвать его вообще из большого этнокультурного ареала румынского, в том числе языкового, для того, чтобы объяснить, почему часть романского народа является, так сказать, маленькая часть одного романского народа является частью славянского и славянской империи. Вот это вот очень было трудно объяснить. И объяснение нашли. И историки писали о том, что вот здесь, в Бессарабии, молдавский этнос, и вообще молдавский этнос в целом, он создавался под большим влиянием славян, а вот там в Мутене, там ученые, меньше. Который писал, да, переводил. То есть это была настоящая абракадабра, но она существовала, и она продолжает и сегодня иметь еще своих сторонников, в том числе у нас в Республике Молдова, особенно среди политиков. А я вам приведу один пример, чтобы наши телезрители поняли, какого было вообще отношение других народов к этому румынскому ареалу. Вне румынского ареала всех нас, румын, в том числе и здесь в Бессарабии, и в Запрудской Молдове, не воспринимали как молдаван, трансильванцев, мунтенцев и прочее. Нас всех воспринимали как волохов или влахов. И для того, чтобы подкрепить свой пример, я, так сказать, сошлюсь на практику 15 века, 15 века и 16 веков, существовавшего в Московском царстве. Елена, дочь Стефана Великого, ставшая женой великого князя, на Москве, знаете, как ее называли? Не Молдаванка, не Еленка, не Елена Молдаванка, а Елена Волошанка. Да. Потому что для московитян любой человек, который живет в Бессарабии, в Запрудской Молдове, в Мунтене, в Трансильвании, все были волохами, влахами. То есть нас все за границей воспринимали как один народ. Это потом политики пришли и начали в этом едином народе, так сказать, рубить делянки. Вот это да, а вот это нет и прочее, прочее. И вот этот пример, он еще раз подтверждает, что в истории были разные периоды. А разделение народа произошло, начиная с 1812 года, хотя в Российской империи наиболее выдающиеся ученые, почвенники, которые вообще, так сказать, изучали Бессарабию, которые были специалистами по Бессарабии, этнографы, они все как один писали: Бессарабию населяют румыны. И говорят здесь на румынском языке. Это было в царское время, в Санкт-Петербурге издавались эти работы. А вот уже в советское время ситуация изменилась кардинально. Потому что нужно было создавать плацдарм для того, чтобы наступать дальше туда, в Румынию, на Балканы, делать мировую революцию. Поэтому пришел Котовский, пришел Дическу и прочие, которые создали автономную республику молдавскую на левом берегу и создали ее преимущественно за счет украинцев, потому что молдаване жили только вдоль Днестра, а дальше уже сплошь и рядом жили украинцы. Но политически нужно было создать молдавскую автономию. Для того, чтобы с этого Добежа не согласится. Почему? Он вполне со мной согласен в этом отношении. Для того, чтобы потом можно было наступать на Бессарабию и дальше за пруд и устраивать, так сказать, мировую революцию. Таким образом, политика вторглась в очень чувствительную область национальных отношений, и молдаван, часть румынского народа сделали просто несчастными. Вы себе представляете, в Бессарабии живут молдаване, и в Запрудской Молдове живут молдаване. А оказывается, это не один народ. И они говорят на разных языках. Там говорят на румынском, а здесь говорят на молдаванском. Да, мнений может быть много, и в течение всей истории их возникало несчастливое количество. Но вот возникает такой вопрос. А может быть, отложить пока эту проблему, чтобы не раскалывать дополнительное общество, не обострять отношения в обществе, заняться проблемами, которые действительно реально остро стоят перед нами? Экономика, коррупция. Вы знаете, отличное предложение. Но только оно, так сказать, оно только на поверхности отличное. А попробовал один человек, который обладал огромной властью в Молдове, сделать это. Помните знаменитое Воронинское? Прежде чем говорить о языке, надо что-то на язык положить. Ну и как? Положили? Оказывается, для того, чтобы можно было что-нибудь на язык положить, нужно, во-первых, создать общество, сообщество людей, которые объединены едиными целями.
а без этого ты ничего не создашь. Знаете, почему? То, что вы предлагаете, не создает единое общество, оно обостряет отношения в расколотом обществе это уже сейчас. Где оно расколото? Наше общество расколото по этому вопросу. Конечно, расколото. А почему расколото? Потому что не принимается единственное верное решение. Потому что ложью никогда нельзя, на ложной основе нельзя построить национальное сообщество. Как можно создать нацию на ложном посыле, что молдавский язык отличается от румынского, что это два разных языка, и что молдаване на левом берегу прута и на правом берегу прута — это разные народы. Вы полагаете, что на этом можно построить национальное сообщество? Невозможно. Можно попробовать. Попробовать нам, можно, конечно. К нам присоединился еще один гость, Владимир Цуркан, депутат парламента добрый. От партии социалистов Республики Молдова. Мы обсуждаем вопрос о том, что мы обсуждаем то, как в парламенте отказались вносить изменения в Конституцию по вопросу о названии государственного языка. Вот, кстати, вот по вопросу парламента я хотел бы задать вопрос непосредственно вам. Это вопрос к вам. Вы там были, мы там не были. Да. Насколько... Ну вы все видели. Видеть и быть — это две разные вещи. Еще вы начнете объяснять, Владимир, я хочу сказать, что партия социалистов и ее представители являются главными политическими бенефициарами этого решения. Как это ни странно. Хотя я думаю, что главный бенефициар все-таки народ молдавский. Да. Ну, это вы ошибаетесь. Главный вот у нас опять появились разные диаметрально противоположные мнения. Вот насчет народа должно быть одно мнение, потому что все-таки... И, кстати говоря, это мне, я извиняюсь, что я, может быть, вот так вот... Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, с корабля на бал. Значит, ну вот, говоря о мнении народа, ведь мы, собственно говоря, в парламенте именно так и ставили вопрос. Господа, если вы считаете, что та или иная проблема, будь то вектор европейской интеграции, будь то название языка, является самой главной проблемой нашего народа сегодня и так далее, в соответствии с 75-й статьей Конституции, ну давайте вынесем этот вопрос на референдум в таком случае, если вы желаете. Значит, ни первый, ни второй вопрос... Значит, естественно, не желали вынести, потому что прекрасно знали результаты социологических опросов. И, собственно говоря, были даже определенные игры, это чувствовалось. Потому что в последние предвыборные месяцы те, кто сегодня является ядром правящего большинства, значит, прекрасно понимали и видели, что они потеряют, или вот как говорит коллега Царану, что они потеряют те самые, надеясь на которые, бонусы позитивные, что они их просто не получат и не увидят даже. Потому что первое, что второе было настолько, ну особенно европейская интеграция была настолько затерта и настолько уже заэксплуатирована, дошло до того, что даже, насчет скомпрометировано, сам факт уже голосование показал. То есть дошло на то, что уже, до того, что уже в местах лишения свободы организовывались флешмобы на уровне заключенных, этих бедных женщин, которые сидят в русские, одели в робу под цвет европейского флага и выставили в виде больших букв УЕ. Что этим хотели показать? Или это был последний довод и аргумент в эту пользу? Что гранты тратятся правильно. Да, наверное. А теперь, что касается темы языка. Я думаю, что, наверное, вы уже этот момент обсудили, мне так кажется, потому что он всегда на поверхности. Нет, не до конца. Я в каком смысле, что я имел в виду, аргумент? Что всегда, когда возникают какие-то проблемы, какое-то столкновение в обществе, и есть попытка увести от этого столкновения, от причин, что произошло в обществе, обязательно на повестку дня выносится проблема языка. Обязательно. Это было и в 90-е годы, значит, это было в последующем, а сейчас это вновь появилось. Ну, кому нужно было сегодня, это что, такая важная сегодня проблема названия языка? Что от этого изменится, скажем, да? Станет жизнь лучше у людей? Нет, конечно. Исчезнет коррупция и мафия, это которая сегодня у власти? Нет, конечно. Значит, свободнее станет юстиция, или правоохранительные органы будут работать так, как надо работать, и расследовать тот самый злосчастный миллиард. Я вот сейчас в передаче
мы говорили там о манипуляции общественным мнением, и хочешь не хочешь, а говорили именно о манипуляции через эту кражу в том числе. Бенефициары манипулируют, используя средства и так далее, и так далее. И вот чтобы отвлечь от этой темы, и внесли в повестку дня эту проблематику названия языка. Ну, результаты показали, в общем-то, тот факт, что эта тема не была даже включена в конечном итоге в повестку дня парламента, показали, что, в общем-то, заведомо проигрышный вариант вновь себе внести в копилку еще целый ряд минусов они не пожелали, не пожелали. А кто уже все равно в полном минусе, кто настаивал на внесении, я не помню там сколько получилось, 10 или 11 человек, которые 21. Проголосовали за включение повестки дня, они в любом случае в минусе. И попытка на этом фоне как-то себя немножечко реанимировать не удалась и у них. Кстати, сегодня или вчера, я не помню, уж появилась новая... Значит, попытка реанимировать одного из лидеров Демпартии, не буду делать ему рекламу, о том, что его пытались подкупить за 400 миллионов лей. Ну, да. Либеральная партия. Сегодня этому уже никто не поверит. Да. Не поверит. Да, но там другая была ситуация, там бывший генеральный прокурор города. Все-таки, все-таки это не человек. Генеральный прокурор не зависел от ГИМПа, он зависел от других. Нет. Которые эту должность, мы знаем. Я говорю о другом, что об это заявление сделал в СМИ, меня что вот поражает всегда. Да? Я еще работал когда-то в советское время, когда слово в прессе, это означало приговор человека на второй день, уже с публикацией в «Правде» или где-нибудь, все понимали, что это даром не пройдет. И как мне говорит один такой старый коммунист, который меня встречает, он говорит, тогда было куда жаловаться. И были принято. А сейчас, говорит, вот газетами и так далее. И вот я наблюдаю такую картину, когда бывший прокурор города говорит о том, что должность генерального прокурора была продана за 2 миллиона долларов, называет конкретно человека, кому продала, а в ответ тишина, этот человек даже не говорит, я подам в суд о защите чести и достоинства и так далее, и так далее. Вот это меня убивает просто, понимаете? Меня убивает другое, Валерий, что если бы, например, в западной демократии кто-то, один из политиков, один из ведущих политиков сделал бы подобное заявление, это бы означало политическую смерть. Да. Тебе предлагали 400 миллионов лей, и ты об этом, тебя подкупали, да. Тебе давали взятку, и ты не заявил об этом. И ты даже на передаче боишься назвать имя этого, да, человека. Этого человека. Это да, как ты о чем говоришь? Интересный был комментарий. Что ты говоришь? Ты бы из-за 400 тысяч лей бы... Нет, я к чему говорю? Что вот такие нелепые попытки... Не, но в правовом государстве, да, Владимир, да, вы же жили сломя. В правовом государстве это тут означало бы все. Это да. Все. На второй день. Да, возможно, уголовное дело его через два часа прокурор бы его уже пригласил. Да. А почему ты, когда тебе предлагали 400 миллионов, тебе наверняка предлагали это в качестве должностного лица? То есть тебя подкупали. Ты как должностное лицо отвечаешь перед... Тебя избрал народ. Ты перед народом отвечаешь за ту должность, которую ты занимаешь. И ты не защитил должность, ты не защитил закон в этой стране, и ты об этом громогласно заявляешь на телевидении. Это же... Это верх. Кстати говоря, проблема нашего, опять же, законодательства. Вот я с этим сейчас сам лично столкнулся. Один депутат вдруг заявляет, когда обсуждается, значит, проект закона о республиканском стадионе, что вот господин Цуркан имеет там собственность вокруг стадиона, поэтому да. Типа того и интерес какой-то, да, возник. Возмущается такой. Да, я не был на этом заседании, мы тогда покинули зал в связи с целым рядом вопросов в виде протестов, но на следующее заседание я ему говорю, дорогой мой, ты или это самое, ответь за свой, я ему прямо сказал, базар, потому что он из этой среды, которая понимает такие выражения. Или ты представь доказательства, или извинись. Заткнулся и молчит. А потом мне сказали, да он же проконсультировал всех своих юристов. Оказывается, депутата, так ему объясняли, ты говори все, что угодно, моли все, что угодно, молоти. Потому что депутата за любые, в том числе ложную информацию, он обладает иммунитетом. Его не привлекают к ответственности. Да. Понимаете? И вот поэтому сегодня, услышав от какого-то депутата,
вот меня пытались подкупить, или кто-то там имеет что-то и так далее, или там обвинять какую-то власть в Гагаузии, допустим, что вот там, значит, воруют средства налево и направо и так далее, и так далее. И вот за это никто не привлечет к ответственности. Сегодня. Давайте вернемся к вопросу о языке. А завтра посмотрим. Я хочу задать вопрос всем вам сразу, чтобы каждый из вас ответил. На ваш взгляд, насколько результаты голосования в парламенте отражают настроение общества по данному вопросу? Я думаю, что не отражают, потому что, так сказать, я тут соглашусь с господином Цурканом, это была конъюнктурная политическая инициатива вынести закон на голосование. Было совершенно очевидно, что она не наберет необходимого количества голосов. Это первое. А второе, просто те, которые опростоволосились тогда, когда они проголосовали за европейскую интеграцию, решили опростоволосить демократическую партию, заставив их прилюдно, так сказать, не голосовать за внесение изменений, так сказать, в Конституцию. Таким образом, полагая, что они оторвут от демократической партии части проевропейского электората. Я симпатизирую, так сказать, оппозиции и говорю с горечью, констатирую эту правду. К сожалению, у нынешней парламентской оппозиции, как вообще у правой оппозиции в целом, нет серьезных доктринеров, и они очень плохо разбираются в хитросплетениях молдавской политики, они очень часто ошибаются. И это в целом привело к тому, что, так сказать, правый фланг раздроблен, проевропейский фланг раздроблен. И это обстоятельство в конце концов приведет Молдову к очень серьезным испытаниям. Потому что у страны нет будущего без европейской интеграции. Попытка повернуть ее в сторону Евразии, ну это же просто лишено смысла. Я не вижу там модели, которые мы могли бы, так сказать, принять для своего развития. Ведь все евразийское пространство — это пространство, где доминируют олигархи. Какие модели оттуда мы можем взять? Евразийская модель сегодня управления существует в Республике Молдова. Несмотря на 9 лет евроинтеграции? Ну какая евроинтеграция? Это была евроинтеграция по большей части на словах. Это была очень серьезная помощь со стороны Европейского Союза, без того, чтобы проводилась по-настоящему аутентичная политика европейской интеграции. Серьезных реформ европейских в Молдове не произошло. А без того, чтобы привести соответствующие институты власти и законодательство в целом в соответствии с европейскими стандартами, нельзя ожидать результатов. Поэтому мы можем говорить о европейской риторике, но не можем говорить о европейских реформах. Господин Демидецкий, вы что скажете? Соответствуют ли результаты голосования в парламенте соотношению мнений в нашем обществе? Я уже много раз говорил, что в нашей стране не было проведено ни одного референдума по любому из судьбоносных вопросов. Даже по независимости мы боялись спросить людей. Хотя соседние страны это сделали. Да, можно говорить о том, что когда-то на референдуме проголосовали за сохранение Советского Союза, а через год уже проголосовали за независимую республику, когда пришло на Украине и в других странах. Но тем не менее, мы всегда боялись спросить людей, и в этом есть простое объяснение. Мы знали заранее ответ. Если этот ответ не соответствовал, да, ожиданиям политиков, референдум под любым предлогом не проводился. Да? Его боялись просто проводить. А не советоваться с народом, особенно перед выборами, это очень опасно, понимаете. Я бы тоже здесь не идеализировал таким образом, вот знаете, вот как бы вот европейский выбор, евразийский выбор и так далее. Я бы, конечно, больше говорил о молдавском выборе, да. Это глупо говорить о том, что мы должны с кем-то дружить, против кого-то дружить и так далее. Только с кем-то. Да, только с кем-то. Я не люблю, когда ставят вопрос или-или, да, или мы туда, или мы сюда. Вот. Потому что если на сегодня, допустим, в том же языковом вопросе господин Саранов говорил о советском наследии, да, которое там нам прививало молдавский язык, да,
то сегодня тоже Румыния, как молодое государство, которое расправилось в 19 веке, да, она тоже как бы формируется и тоже навязывает какую-то свою доктрину, да, и тоже пытается вот каким-то образом тоже влиять на наши процессы. И давайте не забудем, что когда мы говорим о Воронине, который хотел положить язык, если бы не те погромы, и флаги, и сожженный парламент, и призывы на этом, тоже, может быть, и Воронин бы еще остался у власти на лет 5, да? Вот случилось бы так, да? И молдавский народ его выбирал. Не так, как выбирает господина, который сейчас заявил 400 миллионов. Вот. Понимаете, поэтому вот, вот тут моменты есть, конечно, такие. Знаете, если мы возьмем сравнение развития многих, которых мы называем олигархами, да, уже там, или там, диктатора Лукашенко, которого давили санкциями, сейчас же успокоились, да, или даже Назарбаева, и сравним с нашей демократией, что мы здесь построили, то, конечно, выбор народа будет не в нашу пользу. Понимаете? У них есть что положить на язык. Да, да, у них есть что положить на язык. Да, у них еще нефть есть. Господин Цуркан, нет, да, у белорусов. Вы знаете, я, может быть, немножечко по-другому отвечу на этот ваш вопрос. А именно, начнем с того, что нынешняя политическая структура парламента, она уже не соответствует давно тому, что избирал народ. Да. Поэтому, говоря о результатах голосования в парламенте, по многим вопросам, по абсолютному большинству и мнению народа, всем понятно, что нынешний парламент, нынешнее правящее большинство уже давно не отражает реальное мнение народа. И, наверное, в этом смысле, кстати говоря, когда мы говорили об европейской интеграции, я только один аргумент привел, кроме того, что уже было, сказал о том, что ведь когда-то в Конституции СССР была статья 6, по-моему, да, о руководящей КПСС, и направляющей роли КПСС. Да. То есть идеология была возведена в ранг государственной политики и, значит, Конституции. Мы и говорили, нельзя этого делать. Более того, в самой Конституции есть целый ряд статей, которые говорят о том, что сувереном власти является народ. И никакая идеология, никакая группа людей, никакая партия, никакая личность не может, значит, быть выразителем воли этого народа. Конечно, проблема языка более деликатная и, скажем, специфическая. Более деликатная, я с этим совершенно согласен. Но, наверное, это тема, которую должны во многом ее изучить, отразить и высказать свое мнение ученые. Вот. А когда в зависимости от этого начинаются попытки разделить общество, начинаются попытки отнестись к представителям других национальностей негативно. Ведь мы же помним, что творилось в конце 90-х годов. Ведь сейчас этому бытовому национализму тоже созданы достаточно предпосылок. Поэтому здесь, я думаю, тот факт, что не проголосовали вообще включение повестку дня название языка, это не то, что думаю, я уверен, что это положительный момент для того, чтобы не подливать в тот костер, который сегодня есть в республике, еще дополнительной порции бензина или масла, не знаю, как угодно назовите. Знаете, меня еще здесь вот, очень сильно напрягает тот момент, который о том, как говорят, что вот все, вот европейская интеграция — это наше все, мы должны слушать, что нам говорят в Брюсселе, вот только это нас спасет. Давайте не будем забывать, что самые большие мерзости в этом 9-летнем правлении были сделаны именно под похвалы и истории успеха и так далее. Нас приезжали, нас хвалили, нас гладили по головке до тех пор, пока мы не подписали 900-страничный документ, не заглянул в него. Как выяснилось сейчас, те даже, кто его подписывали, признают, что он был подписан в ущерб интересам страны, и страдает наша экономика. Да? Но вот сегодня мы вдруг превратились в кумовской капитализм, в захваченное государство, как только подписали этот документ. Это говорит о том, что не всегда нужно верить тем, кто, получая гранты, убеждает вас в том, что вот надо слушаться, вот таким образом становиться и не думать о интересах страны. Понимаете, вот это меня, против этого я всегда буду. То есть вы считаете, что вот то, что
нам нет, все эти годы говорили? Нет, понимаете, мы твердим, как во времена вот КПСС, как господин Цурканов сказал, да, вот мантра такая есть, да, вот как в 90-е годы было, рынок все расставит по местам, демократия выведет на светлую дорогу, не вывела, да. Также говорили, КПСС — это единственное учение, верное, потому что как бы другого не существует. Тоже что получилось, знаем. Давайте мы не будем опять повторять ошибки и наступать на грабли прошлого. Да? Евроинтеграция — это наше все. Нас никто не приглашает в Европейский Союз. А для того, чтобы говорить с Европейским Союзом, он очень разный. И мы знаем, почему он организовал эти восточные партнерства и так далее. Нужно знать свои интересы при переговорах и с ними. А не слепо следовать им, как это было очень постыдно и некрасиво в последнее время. Господин Цирано, вы согласны с теми параллелями, которые провел Валерий Демидецкий? Ну, я просто хотел бы напомнить, что в 98 году, когда мы ориентировались исключительно на Россию, мы чуть не сдохли с голоду. Это так, как бы между прочим. А что касается европейской интеграции, конечно, я соглашусь с Валерием, когда он говорит о том, что национальные интересы страны нужно отстаивать на каждом квадратном метре. И я согласен с теми политиками, в том числе и с господином Воронином, который говорит, что надо было, так сказать, до крови вести переговоры и отстаивать интересы тогда, когда подписывали, так сказать, договор об интеграции, в смысле об ассоциации. Ассоциации с Европейским Союзом. Конечно же, а кто с этим не согласится? Не согласятся лишь те политики, которые неумехи и которые вообще ничего делать не умеют. Ну, жаль, тогда этих разговоров не было, когда подписывали. Все кричали: ну, подписывай, да, быстрее, без виз. Ну да, это правда. Но без виз мы получили. Получили, да. И что с ним делать? Что с ним делать? Этот без виз кормит огромное количество людей здесь, в Республике Молдова. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, я согласен, но когда мне говорят о том, что вот нужно, так сказать, многовекторное развитие, то, конечно, не надо отказываться от российского рынка, это глупо. Но нельзя, так сказать, признавать российский рынок на политических условиях, потому что это значит уступать из своего государственного суверенитета, национального суверенитета, а Россия только этим и занимается. Ведь когда устроила нам экономическое эмбарго, это было устроено по политическим мотивам, а не по экономическим, это всем понятно. Но ведь подписав договор об ассоциации, мы же тоже лишились какой-то части суверенитета. Конечно. У нас получается, что нам рекомендуют, какие законы мы должны принимать. Но посол значит, посол западных стран заявляет о том, какие коалиции должны быть созданы после парламентских выборов. Взамен, разве это не потеря суверенитета? Нам не предоставили рынка, мы как-то об этом молчим и не почему говорим о политическом давлении. Сказать, почему мы забываем о том, что да, западные дипломаты иногда позволяют себе чуть-чуть больше, чем в любой другой стране, потому что мы это позволяем им делать. Но вы видели хоть один западный танк на территории Республики Молдова? Хотите посмотреть на русские? Почему? Господин Шаларов заводил их на центральную площадь. Не было, вообще танков нету в Бессарабии. Это прекрасно знаю. Но бронемашины же были на то, что... Так бронемашины и танки — это разные вещи. И бронемашины американские приехали, приехало три какие-то паршивые машины. Анатолий, а вопли здесь было, как будто вся американская армия сюда высадилась. В российской группе, которая с 1500, нет ни одного танка. Да, сейчас нету. Но зато танки есть в Приднестровье. Давно, да. Ну, вы можете мне сказать, откуда они получили эти танки? Остались. Может быть, и Румыния им послала танки? Думаю, если мы не устроили бы в 92-м году вот той брони, никто бы не вскрыл эти склады. Это, да? Это мы с наших полицейских в Гнобере, в Дубасарах, в Тирасполе, в Рыбнице и в других городах. Вы говорили в парламенте совсем по-другому тогда, когда был устроен с Косташем эта афера. Да, я говорю о том, что нельзя, так сказать, проливать кровь. Я это говорил. Если бы мы тогда это бы не случилось, я думаю, сегодня у нас была бы другая ситуация. Кто на Дубасарском мосту первый открыл огонь, а? Кто убил первых полицейских? Вы имеете в виду в 90-х году? Да, в 90-х. Трех дубасарцев? Да, не трех дубасарцев, а трех наших ОМОНовцев, которые похоронены на армянском кладбище. Секундочку, господин Зарано. Вот вы здесь путаете. Да ничего я не путаю. В 90-м году первые три жителя Дубасар были убиты как раз нашими полицейскими. Я не хочу с этим спорить. Давайте мы вернемся к нашему вопросу. Как поступило конституционное правительство России с сепаратистами? Как они просто проутюжили танками и бомбами Грозный? Господин, свой российский если город. Если вы хотите сказать, что я поддерживаю то, что сделал Ельцин с Чечней, совершенно нет. Я думаю, что Ельцина можно было по-другому отнестись к нему за то, что он сделал с Чечней. И, между прочим, тогда Запад этому аплодировал.
Давайте, я не знаю, чему аплодировал Запад, я говорю совершенно о другом. Потому что было бы интересно. Давайте я предлагаю все-таки вернуться к вопросу нашей программы, к вопросу о языке. Да. Если про Нисовский конфликт, вот, мы далеко зайдем. Да. Очередная попытка, значит, изменить в Конституции название языка не увенчалась успехом. Очевидно, что вот такие попытки будут предприниматься и дальше. В этом можно быть уверенным. Как вот вы считаете, какие перспективы у этих попыток, которые будут предприниматься в будущем? Я не оракул, я не могу сказать, когда, но то, что в молдавской конституции будет записан румынский язык, это совершенно очевидно. Другого выхода просто нет. Нельзя неправдой, так сказать, прикрываться очень много времени. Рано или поздно правда восторжествует, в том числе историческая правда. Кстати, когда господин Цурканов говорит о том, что этот вопрос должны решать ученые, так они давно его решили, в том числе российские ученые, которые сказали, что здесь, в Молдове, говорят на румынском языке, и что молдавский язык — это румынский язык. Другое дело, что политики могут между собой договориться, как называть этот язык. И они договариваются, если у них есть достаточно ума. А в нашем случае, когда недостаточно ума, не договариваются, и тогда историческая и научная правда не торжествует, а торжествует политический конъюнктуризм. Спасибо. Что скажете, господин Демидецкий? Я еще раз повторю то, что я сказал в начале передачи. Это не мой вопрос. Я русскоязычный. Я считаю, что должны решить те, кто говорит на этом языке, как политики, как ученые. Единственное, что при этом я их призвал бы учитывать мнение народа, чтобы не получилось, как, знаете, с девочкой, которая хотела напоить щенка и утопила его. Да? Вот, здесь очень опасно не принимать решения, не прислушиваясь к тому, что думают люди. Понимаете? Господин Цуркан, как вы считаете? Проблема заключается все-таки не только и не столько в том, что идет вот эта вот постоянная волна какого-то Азовского. То подняли вопрос, как назвать язык, то забыли, то подняли, то забыли. Ведь это все всего лишь ширма, за которой прячется совершенно другая идея. И те, кто сегодня с этой идеей гуляют, они, безусловно, будут и дальше продолжать, в том числе эксплуатировать и тему названия языка. Я говорю об тех людях, которые вообще не видят будущего для молдавского государства. В этом вся проблема. Ведь господа либералы, когда вот сейчас на последнем заседании парламента один из аргументов, почему они настаивают, они говорили, да при чем тут молдавский народ? Нет молдавского народа вообще. А раз нет молдавского народа, нет молдавского языка. Вот какая была их идея. То есть речь идет о совершенно другом. Речь идет о ликвидации молдавского государства через объединение с Румынией. И вот поэтому вот это такие мелкие шажки по пути к другой совершенно цели, более опасной. Именно поэтому партия социалистов была категорически против не только по самому включению этого понятия, этого вопроса в повестку дня, но и о том, что есть политическая подоплека, преследующая совершенно другую цель и задачу. Поэтому все те, кто сегодня обуреваемые идеей унионизма, есть у нас несколько партий, не знаю, как они пойдут на выборы, они, я думаю, что сейчас не будут эксплуатировать уже вопрос названия языка во время избирательной кампании, а будут говорить о том, о чем они реально думают и чего они реально хотят. Объединиться с Румынией, исключить, убрать с карты мировой молдавское государство. А раз убирается молдавское государство, раз нет понятия народ Молдовы, молдавский народ, то тогда и нет проблемы языка. Самое печальное, что это отвечает на вопрос, нужно ли нужно нам Приднестровье, хотим или не хотим мы решать приднестровский вопрос, и кто виноват в том, что два берега Днестра пролили кровь и до сих пор не могут договориться. Хотя в экономическом плане великолепно договариваются между собой люди деловые по обе стороны Днестра. Как мы видим, вопрос языка очень тесно завязан со многими злободневными вопросами нашей страны. Это была программа «Полюс». Доброго и хорошего вечера вам.